Много наших художников покинуло, но тем не менее у нас большой прилив новых авторов, новых художников. Дай Бог, чтобы мы, несмотря на все, что происходит вокруг, сохранили себя, сохранили ту возможность для творческих людей жить и работать в полную силу. Вячеслав Долинин, диссидент, ассистент, правозащитник. Пока единственный приз, который я получил в своей жизни, это справка о реабилитации от нашего государства. Других призов у меня не было. Называется передача, и там представлены работы художников, художниц, которые работают здесь на Пушкинской и работали на недавнем времени, президента, музыканта и композитора Ильи Симфокет. Родители меньше внимания уделяют детям. Дедушки, бабушки тоже стали современные, тоже все в гаджетах. Или замечательный фильм. И вот как оно разойдется, оно
своим лицом. Своим лицом. Уточнение. Ну, во-первых, как сказать, риски, да? И я назову просто из разных статей. Я просто перевернув страницу, ну, как бы, да, это такая... Бывает, приходят художники, которые, ну, казалось бы, совсем не вписываются... Это работа Игоря. Ну, вот Игорь.